кучерявые волосы, ну и ну, какая-то длина. Я все-таки музыкант, ну, играю свои песни, пою, поэтому ну, как-то это ближе. Я когда все время стригся коротко, то, я же говорю, с тех пор, как пришел в армию, я все время стригся коротко. А потом решил как-то изменить этот стиль, когда уже по-серьезному занялся музыкой, то есть понял, что это мой образ жизни там, и так далее. И так, как-то больше стал похож на музыканта. Так я больше был похож на какого-нибудь менеджера среднего звена.